12-й велодень прошел сегодня, 20 мая, в Харькове, под лозунгом «Рулишь ты». По некоторым данным, в нем приняло участие более 10 тысяч человек. Колонны велосипедистов начали формироваться с утра с разных уголков города – на Салтовке, Алексеевке, Новых Домах, Холодной Горе, ХПЗ. Потом все они двинулись к площади Свободы. Как сообщили во время открытия велодня, самому старшему участнику заезда было 74 года, самому младшему – немногим более 3 лет. Перед стартом на площади около 4000 велосипедистов выстроились и сформировали фразу «Я люблю Харьков». При этом «люблю» изобразили в виде сердечка. Как отметил заместитель городского головы по делам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, «Велодень» – это один из самых любимых спортивных мероприятий среди харьковчан. Многие приезжают принять участие не только в заезде, но и в массовом флешмобе, который мы проводим уже несколько лет. Атмосфера, как всегда, дружелюбная и веселая. Приятно, что здесь также много людей с родителями. Много людей в костюмах, видно, что готовились как на карнавал. Наш велодень развивается и доказывает в очередной раз, что Харьков – это спортивная столица Украины, сказал заммэра. Стартовал велопробег возле памятника казаку Харько. Маршрут велосипедистов проходил по центральным улицам города. Этот день также стал примечательной и презентацией первой социальной сети для велосипедистов – Bikesimizer. На сайте можно будет общаться с единомышленниками, делиться важной и полезной информацией, прокладывать маршруты, отмечать километраж и даже следить за количеством затраченных калорий. Как сообщил директор департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, городская власть давно уделяет развитию велоспорта самое серьезное внимание. В Харькове утверждена концепция развития велосипедного движения, которая включает в себя создание велодорожек, строительство велодома и велоэстово. В ближайшем будущем в Харькове, вероятно, появится муниципальный прокат велосипедов. То есть шаг за шагом мы развиваем велосипедное движение, отметил Алексей Чубаров. Также с главной сцены праздника его участников поприветствовала глава области Юлия Светличная. «Желаю всем позитивных эмоций», – сказала руководитель обл.администрации. «Считаю, что мы сегодня еще раз докажем, что наша область самая спортивная в Украине». Юлия Светличная отметила, что проведет этот день вместе со спортсменами и также примет участие в заезде. «Я не первый раз принимаю участие в спортивных мероприятиях, которые проходят не только в городе Харькове, но и в целом в области. Считаю, что за спортивным образом жизни – здоровье нашей нации», – пояснила она. «Я очень рада, что сегодня тысячи харьковчан присоединились к велодню. Думаю, с каждым годом эта акция будет собирать все больше людей. Начинали мы со 150 человек 13 лет назад. Сегодня здесь тысячи, и этим можно гордиться».